спиленные на лесоразработках деревья, не так-то легко и просто вывозить из леса. Сейчас в крестецком лесхромхозе Новгородской области идут испытания новой трелёвочной машины. Конструкторы назвали этот рычаг «механическая рука». Погружая одно за другим деревья на машину, механическая рука также и связывает их стальным тросом. Теперь в комплексной бригаде работает всего 2 человека. Но как возросла производительность труда? За смену бригада заготовляет более 50 кубометров древесины.